Эй, вас смотрят на связи Фин, и мы продолжаем смотреть зомби-апокалипсис от Линча. Это у нас день выживания 22-й, чуваки, и года не прошло, как следующую серию смотрим. Про лайкосики, подписочки не забываем, чуваки, усаживайтесь поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра, нам и начинаем. Это зомби в лаборатории. Он их призвал. Гиганты проломят стены, и здание рухнет. Быстрее! Надо бежать к военным, прыгать в вертолет и улетать! Да, давай! Я прямо за тобой! Проклятие! Как же сильно он бьет по стенам! У нас остались считанные минуты! Надо бежать! Бежать! Ты не уйдешь! Не уйдешь! Да иди нахрен! Черт, черт, черт! Какого хрена он разговаривает? Мне это не привиделось! Господи, что происходит? Ты только взгляни на это, Линч! Чего они так жестко буканули-то? Он что, раздает им команды? Да ну, не может быть, бред какой-то! Не нравится мне все это... Нифига, это какой-то зомби-локатор. Надо сваливать быстрее! Здание скоро рухнет! Да, давай, Мэтьюс, быстрее, быстрее! Это хороший разговор, бежать надо! Проклятие! Потом поговорите, вот еще так успеете. Трухануло. Ты как, Мэтьюс? Нормально, нормально, лезь давай, лезь! Доктор Браун! Доктор Браун! Да, да, вы видели, вертолет, живо! Вас ждут, и его семья уже там! Док, тех препаратов не было, но я взял все, что было в аптеке. Разберемся в вертолете! Надо сматываться быстрее, пока здание не рухнуло! Да, быстрее! Заводите вертушку, я прикрою! Давай недолго, Линч! Я постараюсь, постараюсь. Думаю, зомби все равно не смогут... Вот ты где! Не может быть. Да ты надоел уже! Как он сюда забрался? Обойму в него высадить! Получай! Ему будто все равно на мои выстрелы! Тебе не уйти! Слетаем! Слетаем! А как его убить? Что с ним не так? Летим, летим вперед! Держите их! Охренеть! Что это за терминатор какой-то? А, сосать, сосать. Успел! Хрен вам. Безбилетники. Успел. Чуть не сцапали. Без билетников не пустили, ха-ха. Фу. У нас получилось, Линч! Получилось! Да, Мэтьюс, получилось. Едва успели. Док, что с Сэмом? Сейчас сложно что-либо говорить. Среди препаратов было парочку аналогов. Но помогут они или нет, это вопрос времени. Ясно. Я принес не те препараты. Это моя вина. Рано кого-либо винить. Время покажет. Итак. И чё, чел не выживет, что ли? Что случилось внизу? Без понятия. Какой-то новый вид зомби. Он говорил. Звал меня. Потом мы его вроде пристрелили. Он поднялся и начал кричать. Он говорил? Как это возможно? Да, было похоже на боевой клич. Будто это он призвал толпу. Доктор Браун, пройдите в кабину пилота. Сэм, держись, дружище. Все обойдется, слышишь? Все обойдется. Да, да, Сэм. Мы не такое переживали. Подумаешь, ранка загноилась. Вставай уже. Друзья, у нас образовалась проблема, которая требует срочного решения. Проблема? Проблема? Какая еще проблема, док? Неужто летающие зомби? Нет, мы не успели дозапустить... Он как будто иностранец какой-то. ...править вертолет. Поэтому времени у нас минут 15-20. Надо будет садиться.
Нужно место, где можно безопасно сесть. Какого хрена просто? Ну что это за дичь? Просто проблемы на проблеме. Почему нельзя, блин, было сразу этого сделать? Блять, я час от часу не легче. Есть варианты. Наша база в Кемптоне атакована мутантами. Там точно сесть нельзя. Черт, тогда где же нам сесть? Тюрьма! Что, простите? Тюрьма! Вы правильно услышали, тюрьма! Мэтьюс! А что, Мэтьюс? Это хорошее место! Там крепкие стены, забор по периметру. Там можно даже обосновать временное укрытие. Да, ну так там... Все мы вымотались, и нам нужен зомби. Отдых. Да, вашему другу не помешал бы отдых. Да, но ты не забыл, что там полно зомби? Но не так, как в больнице. Всего около дюжины. Думаю, мы с ними быстро разберемся. Тюрьма — это хороший вариант. Плюс там должны быть запасы еды. Если зомби их, конечно, не слопали. Тюрьма, чтобы... Реально. Не, а прикиньте, просто защитить, зачистить тюрягу от зомби. Все там позакрывать и так далее, и просто сидеть его охранять и Линча в клетку посадить, чтобы он отбывал свой срок дальше. Позвольте спросить, откуда вы знаете про тюрьму? Это долгая история. Выбора у нас мало. Решено, летим в тюрьму. О да, детка, Линч, ты слышал? Мы летим в тюрьму, в родные земли. Пойду скажу пилотам, куда лететь. Недолго я побыл на воле. Опять тюрьма. Что вы сказали? Да так, ничего, док. Вспомнил прошлые деньки. Как же не нравится мне эта затея. Садись с той стороны. Там отличное место. Да ровнее держи, ровнее, придурок. Так, Мария, Николас и док. Не, на мое удивление, пока что здесь довольно тихо, чисто. Будьте здесь, остальные на выход. Не, ну как бы просто зачистить ее, да, и как будто для обороны здесь база такая временная, хотя бы очень даже неплохо, а может даже и не временная, может даже надолго они здесь. Без стенки, колючая проволока, башни всякие дела. Это очень кайфовая тема. Итак, вы вроде местные, какой план действий? Я думаю... Не перебивай старших, малыш! Дай взрослым поговорить! Значит, капрал, надо закрыть ворота! Находятся они с той стороны! Там не должно быть много мертвецов! А мы с тобой, Белоснежка, пойдем через столовку к главному корпусу! Зачистим его, проверим склад и пойдем дальше! Эй, вы, бездельники! Разгружайте свои запасы! Мы здесь надолго! Чего стали? Делайте, как он говорит! Есть, сэр! Есть, сэр! Капрал, да, сэр. Патронов у нас не сильно много, поэтому давайте их экономить и не привлекать к себе лишний шум. И прикажите своим бойцам охранять вертолет. Я вас понял. Солдаты, охранять вертолет до моего прибытия! Есть, сэр! Сэр. Удачи, капрал! Да что с ним может случиться? Мало того, что они все зомби, так они еще и заключенные, что вдвойне тупее обычных зомби. Да заткнись ты, Мэтьюс! Пошли, у нас есть дела. Да пойдем, пойдем. Я надеюсь, здесь не будет вот этого чела с торчащим мозгом хотя бы, а то может он не один такой? Чего орать-то? Ты готов? Да, готов. Дай пройти! Вы только поглядите, повариха Сьюзен! Как же отвратно она готовила! Да, согласен, эти котлеты, фу! Как вспомню ее суп! Что-то я подумал, возможно, это протухшее мясо, да, лежит, но, возможно, если она хреново готовила, то... Возможно, еда всегда так выглядела. Аж мурашки по коже. Да что там суп? Ты только вспомни, какой запах от нее исходил. Да, сейчас, думаю, она пахнет не лучше. Пойду поздороваюсь, что ли?
Давай аккуратнее, Мэтьюс. Эй, Сьюзен! Да ей хреново, чел, ты не видишь? Сьюзен! Сьюзен! Ему вообще насрать, он идет. О, ты все такая же здоровая! Это тебе за суп, а это за котлеты! Жесть. Получай! Готова отбивная! Да, я был прав, от нее все так же воняет. А знаешь, Линч, в тюрьме, может, и не осталось больше зомби. В смысле не осталось зомби? Сьюзен всех слопала. Я смотрю, у тебя хорошее настроение. А почему бы и нет? Я любил эту работу. Издеваться над такими никчемными личностями, как ты. Так, я смотрю, характер начальника просыпается. А ты как... Ну реально, чел, чувствует себя просто как дома. Думал, давай, пошли. Это наша точка. О, это Финн. Всегда мухлевал в картах, засранец. За шо? Был один раз и чё, слушай, не убивать же. Линч. Может, ты уже возьмешь топор и поможешь мне? Да я смотрю, ты сам с радостью выщелкиваешь своих коллег. Да Финн был той еще занозой в заднице. Ладно, пойдем дальше. Ладно, извини. Нам нужно к тем дверям. Это склад. Я возьму левого. Всегда мечтал побить охранника. А я заключенного. Да ты и так избивал нас. Да, было дело. Но вы заслужили. Ну что, Линч, соскучился по своей камере? Можешь занять эту комнату. Спасибо, о щедрый Мэтьюс, сам разберусь. Так, склад за этими дверями. Надеюсь, припасы целы. Да тут хватит, чтобы накормить целую армию. Это ты еще не видел подземный склад. Что? Тут есть подземка? Да, бомбоубежище, построенное во времена Холодной войны. Там еще больше припасов. И где вход в это бомбоубежище? Да тут недалеко. Потом покажу. Идем, нам еще кучу дел надо сделать. Так что это был за призыватель? Да хрен его знает, что-то новенькое. Не хватало нам... Не, ну кстати, пока что, относительно других всяких мест, где они побывали до этого... Тюрьма еще очень даже неплохо выглядит, неплохо так сохранилось, типа. Еще зомби-телепатов каких-то. И не говори, но это было жутко, согласись. Да, я чуть в штаны не наделал, когда он заорал. Ну что, готов? Прикрой спину, я пока разберу этот завал. Тебе помочь может? Да нет, справлюсь. Все, путь чист. Имба музыка. Пошла возня. Да, да, туда их, да. Рубиловка, месиловка, Вот это веселье было, Линч. Ты как? В порядке. Идем дальше. Блин, надо осталось больше. Осталось пару помещений. Я хочу больше и такого. И морг. Да ну нахрен, Линч. По идее, там никого нет. Ладно, пошли быстро проверим. Ну вот, видишь, никого. Да, да, пошли быстрее отсюда. Да, жутковатое место. Идем.
Думаю, лучше закрыть поплотнее эту дверь. Холодильники-то мы не проверяли. Черт, холодильники! Да, я притащу пару ящиков. Посмотри, капрал закрыл ворота. Ну что там? Ворота закрыты, но капрала не видать. Думаю, скорее всего, он вернулся к вертолету. Ну что, идем дальше? Да, да, пойдем. Зомби, кстати, тут не так уж и много. Ну реально. Я думаю, прям здесь будет вообще кишить. Слышишь? Похоже, еще есть. Капрал? Или кто там? А, да. Черт, капрал, вы нас напугали! Да, вы меня тоже. Здесь все чисто. Наверху тоже никого нет. Ты б видел, как мы с Линчем воевали там во дворе. Это повариха. Ха-ха-ха. Такая же жирная и неуклюжая. Ха-ха-ха. А у меня было совсем чисто. Ни единого зомби. Я должен остановить мучение Алекса. Проклятие. Помнится, я закрывал эту дверь. Никого. Алекса нет. Как же хорошо смыть с себя эту зомбятину. Да, согласен. А еще поесть и поспать на нормальных кроватях. Да, нормально обосновались тут. Доктор, Сэм очнулся. О, дружище, живчик. Дружище, ты как? Мы? Он что-то пытается сказать. Мы что, в тюрьме? Нормальная концовочка такая. Фак, да вы угораете. Капец, блин. Ну вот чего-чего, ну концовочку, что-то вообще нежданчик. Этот козел перелез через забор, ему вообще насрать, то есть. Что там еще проволока, что это реально какой-то гигачат, блин, который просто ему насрать на абсолютно все на всех, он везде найдет лазейку. Козел просто залетел на нежданчике. Блин, я не знаю, как его убить, как они будут его убивать, типа, потому что чел в него стрелял, ему было вообще насрать. Короче, я думаю, узнаем это в следующей серии, потому что встреча все-таки предстоит скоро. Так что как-то так, чуваки. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него находится в описании. Ну а с вами был Финн. Всем пока!